Автор – Асылбек Турихан. Категория «Малый и средний бизнес». Автору блога – председателю Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан Тенгибаеву. Добрый день, я открыл игровой компьютерный клуб. При этом я зарегистрирован как индивидуальный предприниматель и плачу фиксированные налоги. Нужно ли мне устанавливать кассовый аппарат? В соответствии с пунктом 1 статьи 166 Налогового кодекса, на территории Республики Казахстан денежные расчеты производятся с обязательным применением контрольно-кассовых машин. Требования по применению контрольно-кассовых машин не распространяются на денежные расчеты физических лиц, адвокатов, медиаторов и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность с применением специального налогового режима на основе патента. Таким образом, при осуществлении денежных расчетов применять контрольно-кассовые машины обязаны все налогоплательщики, за исключением вышеназванных сторон. На территории Республики Казахстан все денежные расчеты осуществляются с обязательным применением контрольно-кассовых машин. Понятие денежного расчета – это у нас расчет, осуществляемый за приобретение товара, выполнение работ, оказание услуг посредством наличных денег и расчетов с использованием платежных карточек. Следующие денежные расчеты у нас освобождены от применения контрольно-кассовых машин. Это денежные расчеты физических лиц, денежные расчеты адвокатов и медиаторов, денежные расчеты индивидуальных предпринимателей, за исключением реализующих подакцизные товары, это работающих по патенту, работающих на открытых торговых рынках через нестационарные торговые объекты и плательщиков единого земельного налога. Также освобождаются от применения ККМ у нас Национальный банк и банки второго уровня, а также с выдачей билетов, оказывающих услуги населению в общественном городском транспорте.